С территории частных домов особенно важно вовремя вывозить мусор, который может в любой момент загореться. По частному сектору индустриального района Хабаровска прошлись представители Госпошнадзора и районного комитета. Предупредить жителей улицы Минусинской об опасности возгорания мусора, оставленного возле дома, пришли инспектор пожарного надзора и представитель комитета по управлению районом. Проблема существует давно. Некоторые продолжают игнорировать правила пожарной безопасности, ставя под угрозу не только свою жизнь, но и соседей. Противопожарный режим. Поэтому мы вот прорабатываем с гражданами, объясняем, что нельзя складировать, потому что это все легко воспламеняемое. То есть несколько лет назад горела эта улица. Сгорело, по-моему, 6 домов здесь, на этой улице в том числе. Чтобы избавиться от мусора, жителям частного сектора нужно только выставить его в специальных желтых мешках за калитку. Каждый вторник в 8 утра их забирает машина спецавтохозяйства. С собственниками постоянно проводят профилактические беседы. Нарушителям пока только делают замечания. Некоторые не признают своей вины и ищут оправдания. Как только решите проблему, что собаки не будут разрывать эти пакеты, легко. Пожалуйста, у нас не разрывают собаки пакеты. Как не разрывают? А потому что если я буквально здесь, вот здесь за этим забором видел, что все распотрошено. Специалисты призывают соблюдать правила противопожарной безопасности. Если произойдет возгорание, нужно срочно звонить по телефонам 101 или 112.